Rizzo Concept Production, NBA 2K6. Ну, это, собственно говоря, наш герой. У него Джей, а диджей там у него написано сзади. Как я и обещал, Иван Белов, друзья, это наш новый персонаж. Наш новый Power Forward. Вернее, первый Power Forward за всю историю режима My Career. После Салавата Волосата Добрыни Поповича, после Мадариса Ебатуллина и Бросая Бросаева, Иван Белов из России. Конечно же, из России. From Russia. Итак. Иван Белов, Россия, ростом 6,9, вес 230. Там Wingspan 81, 23 это плечи, правая рука, 69 номер, архетип слэшинг постскорер. Основной скилл постскоринг, второй скилл драйвинг и финишинг, позиция Power Forward. Настоящий потомок Рюрика. Вот такой вот у нас получился игрок. Belov from Russia with love. Нет, это Belov, типа, не просто Belov, это Belov. Он типа, ну такой вот. Будь ниже, типа. Ну, блин, кто знает English, тут поймет. Чё он так кричит? Я бы не стал так выёбываться на месте белой девчонки в компании толпы негров. Конор Макгрегор. А где Игорь Тукей? Вон, наверное, по телефону разговаривает в синей футболке. Это Игорь Тукей. That's where all the good players, all the dudes has been real about this life, that's where we going. Pushback. Oh, you don't know? Nah, ATM. Yeah, ATM. А почему он такой маленький у нас? Где плечи? Мы его сделали атлетом, нашего парня. Он в результате похож на какого-то школьника. Увидим еще ATM. Вперед на корт, короче, нам говорят. Ну вот, как-то так это все выглядит. The Proven Ground. Use Ball Machine, что это? Choose Jump Shot. Так, можно выбрать себе Jump Shot. Энтони Дэвиса поставим. Даже попал, офигеть. Ну, видимо, эта машина нужна только для выбора броска. Ваня пошел дальше. Итак,
Stretch, Hot Sizzles и DJ. DJ Below. Кнопку X нашел, зачем? АТМ отдал на Конора. Конор Макгрегор. Unbelievable. Причем Конор Макгрегор очень похож на Хейварда. АТМ. Нет. АТМ! Это победа! Так. Ну, типа, нам сюда, да? И где мощные данки? Иван Белов! Unbelievable! Причем меня, походу, центрить поставили. Я играю против Коннора. Да, кривой. Блокшот от Ивана Белова. Победа. You won. Вот так вот. Это был фол, говорит фол. Что говорит дальше? Иди, говорит, теперь съешь то, что ты убил. Ты говорит, не давай ему карточку. Amazing skills. You don't waste your time talking to them. Again. What's going on, fellas? Good luck, man. What's going on? Good luck, man. Так, чё, опять играем? Неплохо. Скрин ассист. Мы выполнили. Пресс, кстати, играет против нас, то есть это отсылка к Бросаю, да, у которого пресс была кликуха. Джастис, пресс тут играют, то есть все знакомые лица. И это победа, вы не поверите. Но мы победили. Да, сейчас, видимо, нас с Legend Court'ом познакомят. Ну вот и наш соперник, АТМ. Ну вот здесь выбирают этих игроков.
Ankle Bracelet. Deep 3. Джамал, Джамал, блядь. Короче, не выбрали ATM, и он очень расстроился. Психует парень. Но он играл как говно. Давай, давай, говорит, я вас не слышу. Ну, видимо, теперь мы будем играть 5 на 5. Видимо, теперь мы играем 5 на 5. Ну, там Ларри Бёрд, Коби Брайант, такие красивые масштабные граффити на фоне. С легендами баскетбола, в том числе самим Майклом Джорданом. Ну, видимо, это обучающая миссия, поэтому здесь все достаточно легко. Уровень сложности выставлять пока не дали. Поэтому мы играем, ну, как говорится, что дали, в то и играем. Ну, пока и они, и мы все забиваем. Естественно, здесь больше командного баскетбола должно быть. Заслоны, возможно, нужны. Заслон был очень неплохой. И скрин-ассист получает Иван Белов. Наш новый герой, для тех, кто не знает. Знакомьтесь, Иван Белов. Какой-то Златан Ибрагимович под 6-м номером играет за белых. Вместе с Панком. Ну, это реально команда белых просто. Против команды черных. Мы за черных. Как это можно было не попасть? Я не понимаю. Крытый бросок. Это соперники тут же наказывают. И 4-4. Несчета. Мечта Арсена Венгера. Ну, очень долгий пас. На самом деле, он сам должен был давать. Мне пришлось запросить у него этот пас. Так, ну здесь активная оборона. Правда, соперники все равно набирают очки. Ну, не сказать, что здесь как-то совсем легко играть, нет. Просто, видимо, пост — это наше все. Мы играем в посте, но как сейчас можно было не забить, я не знаю. Надо было сейчас завершать Ивану. Ваня не справился. И еще и трешка. Офигеть. Нас просто разделывают. Просто разделывают. Смотри, заслон ставлю. Да, всем плевать. Ну, ух ты. Ничего себе парень у нас играет. Просто какой-то бист. Это подбор. Так, ну это, видимо, не трешечник все-таки. Нет, не получилось сделать то, что я хотел.
Да, ну играть значительно сложнее, чем при 3 на 3. Да вообще ничего не получается у Ивана Белова пока что в этом матче. Лучше обычная камера 2K, мне так удобнее. Какой... Блять. Как это... Блэд! Как это выключить? Отлично. Переключить камеру в 2K это уже полдела. Переключил камеру, считай. Многое сделал. Вот сейчас полегче уже играть с такой камерой. Хотя бы видно площадку, а то та была слишком низкая, неудобная. Так, ну мы в краске, конечно, будем защищаться, но тут понятное дело, что ставить соперников бросать, делать нетипичные для себя вещи. Подбор и second chance points от нашего Ивана Белова. Так, перехват не получился, блокшот не получился. Еще и defensive breakdown. Блин, я помешал своему. Я думал, он мне даст пас. Вместо этого он сотворил фигню. Так, давай попробуем ускориться и заложить. И заложить. Интересно, мне дадут за это пост-спин технишн? Или нет? Интересный дизайн у корта. Такой всех цветов. Ладно, будем больше брать игру на себя. Но здесь, правда, партнеры творят какую-то абсолютнейшую ерунду. Да как? Конечно, Иван Белов, красавчик. Ну как? Отлично. Партнер все сделал как надо. Я так и надеялся, что он будет стоять. А на меня тут же бросился его защитник. Бросил своего соперника, и мы этим воспользовались. Так, ну там тоже серьезные ребята играют. Я сейчас играю, сидя на скамейке. Я же вам показывал, что после того, как у меня кресло сломалось, вот это офисное, я играю, сидя на скамейке. Так, ну что, это было неплохо. Ну, не должен такое забрасывать. Конечно, не должен. Это я рискнул сейчас с пасом, конечно. Но он прошел, что меня радует. Вошло, и мы победили. Ничего себе. Демка только на консоли. Да.
PlayStation 4 или Xbox One. К сожалению, попа Рэйчел уменьшилась, как и ее грудь. И, если честно, своим проборчиком на голове она больше стала напоминать Екатерину Андрееву. Здесь, говорит, классные ребята, я отлично повеселился. И здорово было выиграть этот матч. Это, говорит, Дэмиан Лиллард. Ну, говорит, здесь многие смотрят, типа суперзвезды тоже. Какой у тебя был вопрос? Что дальше для тебя? Я всю жизнь на 100% посвятил баскетболу. Я когда-нибудь буду на обложке игры, говорит, скажу это, для 2K TV. Ты играл хорошо, спасибо, что пришел на шоу. Ну, говорит, типа, оставайтесь с нами на 2K TV. Между тем, Иван Белов идет. Это Ронни 2K. Ронни 2K говорит, все круто, чувак. Хорошо играл. Ты играл хорошо. То есть, я скаут Майами Хит. Ну, то есть, как я понял, мы сразу выбираем команду. У тебя есть агент? Я не знаю. No. Так, а в смысле? Ну, блин, бред какой-то. И что, нет? У нас теперь карьера закончена, если мы ответим нет. Я встретил скаута Miami Heat, и он меня позвал в команду. Он живет с китаянкой? Серьезно? Это больше похоже на сестру Мудариса Ебатуллина, на самом деле. Нужно, говорит, найти срочно агента. Вот. У меня же, говорит, есть номер агента. Он сейчас пришлет. Что? Он тоже живет в лифте? То есть это нормально, да, вообще? Как будто он на каком-то Ты теперь говоришь со мной? Да. Ты с Джордановского этого соревнования. Ну, говорит, скаут Майами Хит хочет, чтобы я завтра утром был с командой. Он говорит, не может со мной контактировать, пока у меня нет агента. Right. Right. Yeah.
fits the mess that you got yourself into by telling him you didn't have any. Well, that's the idea. I mean, if you can do that, I mean, if you can, I can just go find somebody else to do it. I mean... Китайская девочка влюблена в Ивана. Я, говорит, готов предложить тебе свои услуги как агент. Вы действительно это сделаете? Ты же отличный игрок. Завтра, говорит, будет твой величайший день в карьере. Ты подпишешь контракт на годы, на всю жизнь. Иди домой, говорит, отдохни. У тебя завтра важный день. Ты должен голодным прийти на тренировку и всех сожрать там. Всех игроков в ростере ты должен сожрать. Я позвоню тебе завтра. Вот так вот. Ну, на самом деле, очень напоминает это карьеру из 2K15, где тоже агент подбирает игрока, которого не выбрали на драфте, и он подписывает краткосрочный контракт перед плей-офф. Насколько я помню, там было именно так. Вот. И сейчас тоже примерно такая же ситуация. Следующий день у нас прогружается. Тренировочный зал Майами Хит. Спасибо, что пришел, говорит тренер. Эй! Я диджей. Я ассистент тренера. Какой-то плешивый дядя, на самом деле. Я говорит, когда-то был на твоем месте. Я тоже, говорит, так нервничал на твоем месте. Ты нервничаешь, я очень счастлив быть здесь. Это хорошо. Брат. Какой-то плешивый брат, если честно. Как, прям как изношенный логотип Майами на майке. Он его донашивает, наверное, еще за Шакилом, который когда-то был. Или за Алонсо Морнингом. Все, говорит, идите сюда. Это, говорит, Иван. Познакомьтесь. В общем, со вторым составом Miami Heat познакомились. Wells. Запрос паса проигнорирован. Вошло. Так, ну, видимо, надо выиграть теперь еще и этот матч. Против нас МакРобертс, насколько я понимаю, играет. Или кто? А, это Оленюк, это Оленюк. Оленюк! Всю жизнь мечтал поиграть против этого Оленюка. Уэйн Эллингтон. Ну, Уэйн Эллингтон это трешки. О, и даже не жадный в плане пасов человек. Так. Давай заслоны, что ли, ставить. Ужасный заслон, но это был заслон на пик-н-ролл. Вошло. Ничего себе. После игры в парке, для тех, кто пропустил, Ивана Белова пригласили в Майами Хит. Джастис Уинслоу. Тайлер Джонсон. Так, там Оленюк забегает. Мы это проконтролировали. Ай, не дал пас. Но Белов забирает подвор. Белов борется. Нет, не получилось. Ах, Белов. Хотя, конечно, Майами Хит для Белова не самая оптимальная команда. В том смысле, что Белову нужен хороший бэккорт. А уж за фронткорт он сам решит. Так, подбор наш, квадратик. И вот здесь бы набросик бы, но никто не набросил.
Давайте я заслон попрошу. Это, конечно, странно, да, что я прошу заслоны. Кружочек давай дадим Уэлсу. Не попал Уэлс. Так, здесь мы Оленюка тоже отобрать не смогли. Джастис Уинслоу заходит на цель. Правда, не попадает. Но мяч должен быть нашим. Да? Что, нет? Серьезно? Печаль. Значит, задел все-таки кто-то в борьбе за подбор. Какие-то выцвевшие цвета на корте у Miami Heat. Так, перехватили. Отлично. Ну, скорости явно не хватает, но там ребята разбираются. Оленюк чем опасен, он бросает трешки все-таки, поэтому только в краске против него не сработать. Надо действовать умнее. Вот Оленюк умеет так вот заходить там, в пост входить. Он тоже мастер большой. Но, правда, мы тут отзащищались нормально вообще. То есть Адебайо, Ричардсон. Ну что вот он творит? Что он творит? Что это такое? За нас-то играет Юдонис Хаслем или он за них? Он за них. Сколько уже лет Хаслему? Он еще в 2006 году чемпионство выигрывал для Майами. Адебайо хорош. Да, с фолом! Хорош! Хорош, Иван Белов. Привет, Каларов, 96. Виктор Санычу. Может быть, ты хотел сказать Александру Викторовичу? 61% шанса, но вот. And one мы реализовали. Ну, сейчас понадежнее, понадежнее. Winslow. Ну, почти отобрали, кстати. Смотри, там спорный мяч сейчас будет. Вместе с Уэйдом третьим пришел андрафт, да. С сильным бэккортом и слабым фронткортом. Да, ну есть. Почему? Да как? Блин, это надо было попадать, серьезно. Вот сейчас-то, что было, это был полный бред. Отличный перехват. Так, ну давай на X там, неплохо. Эллингтон вроде бы открывался, но он умудрился потерять мяч. Это великий мастер мяча. Уайт. Уинслоу. Ну, здесь все четко у нас. У нас Эллингтон мячи теряет в команде. Накрывает нас Оленюк. Это печально. Да. Сегодня, по-моему, о вас Нобель на Матч ТВ заикнулся. Чё сказал? Белов в Портленде зашел бы, ну. Не знаю, я за Майами хочу играть. Мне нравится Майами. С детства за Хит. Вот это... Ну как он это не принял? Алло! И тюрновер мне записывают. Хотя, по большому счету, это не мой косяк вообще. То есть пас был идеальный, Леха подтвердит, просто... Просто уровень НФЛ пас. И да ладно! Ну вы шутите. Да, еще бы он забывал таких экспертов. Чтоб он знал, это же кошмар. Не знать Бубнова. Уэллс.
Ричардсон. Ну, нормально. Думаю, что эту двусторонку мы выиграем. Если как-то дико сейчас не накосячим, не напортачим уж совсем, то выиграем. Так. Блин, должен был быть мой мяч. Я должен заложить данк, но не заложил. Жаль. Бубу новости еще будут, это не ко мне вопрос. Репортаж со стадиона Амкара был. Интересно. Шанс 63. Интересно, excellent можно выкинуть? Шанс 59. Ну, slightly late. Не самый хороший релиз. Ну, в общем, релиз good — это близко к excellent. Так, ну все. Мы победили. Приз получен. Not gonna waste my shot. Ты устал? Нет. Уверен? Уверен. А теперь, говорит, сыграем против стартового состава. Покажите, говорит, все, что вы можете. Ну, познакомились с Драгичем, с Вейтерсом, с Джонсоном, с Хаслемом и с Хасаном Уайтсайдом. Ну, по сути, в Майами он впишется, я имею в виду Белову, потому что вместо Уайтсайда, ну, Уайтсайд уже все-таки старенький, каким бы там великим гвардейцем клуба он ни был. Против Хасана. Ну, против Хасана, конечно, тяжело. Тут ничего не скажешь. Он... Причем я именно против Хасана и остаюсь. И выигран подбор Уайтсайда. И даже через него набраны очки. Ничего себе. Это интересно. Но мы сейчас, получается, играем в команде с... со скамейкой. В прошлый раз мы играли с резервом, теперь мы со скамейкой. То есть, с Уинслоу и остальными. Причем я играю центром, насколько я понимаю. А против Уайтсайда все-таки тяжело. Он очень серьезно толкается, и это прям чувствуется. Прям вообще. Блин, мне бы краску расчищали бы, ребята, там. Они же не расчищают мне ни хрена. Говорят, ну иди, толкайся. А Уайтсайда вообще пройти тяжело. То есть он там как встанет. Вон, бокс-аут и все. Естественно, пока с невкачанными скиллами там сложно что-то поделать против Хасана Уайтсайда. Сейчас был неплохой пас. Давай заслон поставим. Отличный заслон, кстати, получился. И подборище! И данк! Иван Белов! Keep up, motherfucker! Хаслем. Джонсон. Почему Драгич мразь? Ну, это надо смотреть 2K16, да, карьеру Мудариса Ибатуллина. Естественно, к реальному Драгичу это никакого отношения не имеет. Исключительно речь об игровом. Ну, кто смотрел карьеру, так сказать, old fuck на моем канале, тот помнит. Потому что такое сложно забыть. Очень плохо. Ну, со штрафными у нас беда. Понятное дело, что тут ужасные просто штрафные. Но мы еще раз заставили их свалить.
Может быть, Белову волосы выбелить? Нет, он absolutely dark. Может быть, мы в честь чего-нибудь волосы побелим? А почему у Адебайо ТТ написано? Он думает, что он машина, Audi ТТ или что? Драгич. Драгич с Уайтсайдом могут разыграть что-то интересное. Ну, здесь не успел я на подстраховку. Причем даже майки нет у Белова. Он играет в серой футболке просто. Неплохо. Скрин ассист. Как тебе шотметр? Ну, пока не очень привычно, потому что он появляется не под игроком. Все время смотришь под игрока, когда бросаешь, но ничего не появляется и зачастую отпускаешь заранее. Хотя этого не следует делать. Ой, 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 я отвлекся на чатик. Блин, ладно. Я, ребята, после матча все прочту. Потому что Хасан сейчас Whiteside лютовать начнет, и что нам делать с этим? Ну да. Thank you, говорит Хасан Whiteside, и отбирает мяч. Так вот, easy. Да, нас просто громят. Спасибо за пас. Что бы я без него делал? О, прошли Хасана. Охренеть. Но... Мне дали hold ball too long. Ну ничего себе. Пошел, заработал фол, я еще и виноват. Я в шоке. Ой, 0% шанс. Блин, по-дурацки получилось. О, excellent. 100%. Нет, все-таки не убрали Excellent Release. 100% дает шанс попадания. Другое дело, что попасть в этот Excellent надо еще попытаться. Нормально. Ричардсон. Вошло. Пас ту ассист. Пас ту ассист — это круто. 2 минуты еще нам держаться против основы Майами. Джонсон, ну как? Охренеть, так плохо играть. Так, сейчас мы попросим, вернее, поставим заслон. Нет, плохой заслон. Вот здесь поставим. Давай. Не получается делать ложные движения почему-то. Сможет ли Макколум стать звездой, как Карри? Нет, но я думаю, что Макколум может стать кем-то вроде Джимми Батлера. Ну, в плане звездности. То есть, как Дюрант, я думаю, не станет он. Счет пока равный. А мы здесь заслончик еще один нарисуем. Иван Белов. Хороший заслон, но ничего себе с фолом. Вы шутите. Красавец. Белов бист, да. Белов. Absolutely. He is a beast. Еще бы наши бисты тут штрафные забивали. А то как-то стрёмненько. Позорненько. Не попадаем в основу. Не забиваем штрафные. Ну, я и про себя тоже. У меня еще со времен Добрыни Поповича с карьеры 2K15 остались вот эти навыки игры на большом. В принципе, это довольно интересно. Мне больше нравится, чем бегать и бросать. Бросать это к Лехе. У него лучше выходит. Так, и соперник вышел вперед. Ну, половину всех очков наша команда набрал Иван Белов. Это уже о многом говорит. И это было красиво.
Красиво. Привет всем, друзья, кто присоединяется, кто фоловит. Еще раз напоминаю, что пока я стримлю без Авермедии, потому что ее мне надо еще купить. Вот, так что если вы хотите мне в этом помочь, вы можете донатить. И если задонатите, только пишите в чатик, что я вот такой-то, такой-то задонатил. Я чекну и обязательно вас поблагодарю. Неплохо. Равный счет. Интересно, здесь может закончиться в ничью, или мы будем еще какой-нибудь овертайм гонять? Что? А, все? Все? Ну, да, в ничеечку сыграли. Дюрант и Карри — это MVP. Макколуму такое вряд ли покорится. Но стать звездой может, скорее всего, станет. Да, в принципе, да. Вот Эрик Спаэстро. Он с нами даже не разговаривает. Ты, говорит, неплохо играл, показал свой уровень. Я говорю, только могу дать рекомендации главному тренеру. Ты наше потенциальное подписание, говорит. Так что давай. Я передам, ну, скажу тренеру Спаэльстре, чтобы он тебя взял. Ну, посмотрим, возьмет, не возьмет. Я думаю, что возьмет. Мы, в принципе, хорошо отыграли все матчи, которые у нас были. Так получилось достаточно интересно. Но решение, как обычно, за тренером. Что скажет тренер? Что? Ну, сейчас, видимо, мы пойдем к агенту опять. И там уже агент будет нам пост накручивать и говорить, сколько мы должны зарабатывать, там, я не знаю, каким-то образом нас мотивировать на новые свершения, что ли. Итак. Ты в НБА? Да. Нет. Возможно, возможно. Я могу, говорит, стать игроком НБА. Ты пойдешь играть против Коби? Он говорит, Коби закончил карьеру. Нет, это правда очень интересно, почему он живет с китаянкой. Агент пишет мне. Приходи сейчас же. Ну, она типа прыгает и говорит, а это случилось, это случилось. Будешь плохо играть, позовут Лигу ВТБ, да. Это китаянка, его мать. Мне, честно говоря, очень сложно судить. Мать, не мать. Но вот, как вы видите, что будет дальше, мы уже узнаем в основной части.